У жителей Бурятии изымают автомобили. Водителей лишают транспортных средств, если они повторно попались пьяными за рулем. Впервые в стране машину в пользу государства конфисковали у жителя Красноярска. В нашем регионе такую меру наказания применили в первый раз в октябре. В настоящее время в республике на основании обвинительных приговоров с учетом позиции прокурора в собственность государства обращены транспортные средства 6 граждан, совершивших данное преступление. Среди конфискованного имущества 4 автомобиля, мотоцикл и мопед. В отношении 5 виновных судебные решения вступили в законную силу. Кроме того, в производстве дознавателей находятся уголовные дела, по которым арестованы еще 5 транспортных средств. Напомним, поправки, ужесточившие наказание для нарушителей ПДД, Госдума приняла в июле.